Здравствуйте, меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам испечь вместе со мной творожный кекс. Итак, приступим. Выкладываю форму. Сюда также можно добавить изюм на любителя, но я не добавляю. Так, перекладываю форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Тесто должно быть таким густеньким. Все, отправляем в духовку и ждем.